Видео дня – самая реалистичная подделка Samsung Galaxy S10+. На днях мы публиковали реалистичное фото, на котором якобы был изображен грядущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S10+. Источник, известный под ником iSanyverse, позже объяснил, что на фотографии на самом деле запечатлен смартфон Oppo PO Find X с созданными инсайдером обоями, на которых просто нарисована сдвоенная фронтальная камера. Теперь же iSanyverse решил вести свой канал на YouTube, опубликовав видеоролик, в котором он демонстрирует самую реалистичную из опубликованных на сегодня поделок Samsung Galaxy S10+, КТПТСДС и AOTA BRPK5Z8 Вольте. Анонс Samsung Galaxy S10 ожидается в конце февраля на МВК 2019.